Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 11. Запишите и прочитайте наибольшее. А. Пятизначное число. Б. Шестизначное число. В. Восьмизначное число. Г. Одиннадцатизначное число. Так как нам нужно записать наибольшие числа, то они все будут состоять из девяток. То есть под буквой А мы должны будем записать 5 девяток. Под буквой Б 6 девяток, под буквой В 8 и под буквой Г 11. И, соответственно, потом прочитать. Записываем под буквой А пятизначное число, то есть запишем 5 девяток. Теперь отделяем справа налево по 3 цифры. У нас получился класс единиц. И класс тысяч. Это число 99999. Дальше под буквой Б. Шестизначное число. То есть записываем 6 девяток. И также справа налево отделяем по 3 цифры. Получаем 999999. В. Восьмизначное число. Записываем 8 девяток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отделяем также по 3 цифры. Это у нас класс миллионов, класс тысяч и класс единиц. Читаем его. 99 999 999. Г. Одиннадцатизначное число. То есть записываем 11 девяток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И также справа налево по 3 цифры отделяем классы точечкой. Угу. Получили. Это у нас класс единиц, класс тысяч, класс миллионов, класс миллиардов. То есть получается число 99 999 999. Мы с вами записали числа и прочитали их. Задание выполнено. Если вы хотите найти больше видео и по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!